Я пока поработаю, вам предлагаю посмотреть в окно. Справа от нас Лигурийское море, Лазурный берег, Италия, дорога А10. Такой вид только из кабины фуры или туристического автобуса. Если здесь ехать легковым автомобилем, ничего подобного из заграждения не увидишь. Кроме того, я еще вырежу тоннели. Сегодня проедем на рассвете. Пасмурно, немножко недостаточная видимость. В будущем, если будет интересно, подберем хорошую погоду, чтобы солнце было не с моря. Но будет немножко резче, четче и подольше, наверное.